Чрезвычайная ситуация. Пожар на складе нефтепродуктов, ДТП с автотранспортом, перевозившим опасный груз, утечка хлора. Такие тревожные сообщения поступили в дежурную часть ДЧС. На специальных тактических учениях с участием аварийно-спасательных, коммунальных служб, правоохранительных органов, управления здравоохранения, образования и других учреждений отрабатывался алгоритм действий при ЧС. Территория склада оцеплена, пожар ликвидирован, пострадавших и жертв нет. Параллельно проведена работа по эвакуации сотрудников ТО ТС «Онтестек Жанармай». С этой целью организован эвакуационно-приемный пункт. В те же часы по сценарию учения ДТП по улице Турайгырова в ходе столкновения с автотранспортом, перевозившим хлор, произошла утечка. Пострадал водитель. На место прибыли врачи аварийно-спасательной службы. Пострадавший доставлен в больницу. Возгорание опасного груза ликвидировано. Цель учения – оценка действий местных исполнительных органов аварийно-спасательных служб по ликвидации ЧС, повышение надежности и устойчивости потенциально опасных объектов, а также проверка связи и системы оповещения. Руководитель учений, заместитель акима области Серик Сулейменов, выразил удовлетворение итогами тактических учений. Он без бирлик формирования. В учении в целом приняли участие 15 формирований в составе 327 человек. Также было задействовано 47 единиц спецавтотехники. Как вы помните, в соседней Южно-Казахстанской области произошел пожар на нефтебазе. Наша общая задача – не допустить подобной ситуации, быть готовыми к действиям при ЧС.